Так, друзья, мы сейчас в районе Лалели. Это, как говорится, центральный район шопинга. Центральный район барыжничества. Барыжничество русско-украинское, белорусско-казахское и так далее. Сейчас еще утро, не все магазины открылись. Ну, мы прогуляемся по двум-трем улицам. Покажем вам, может, даже в пару магазинов зайдем. Чисто по приколу. Сережа не хотела, я его заставила идти на Лалели. Говорю, ну давай. Мы находимся в 2 метрах от этого района, и что бы сюда не зайти. Я вот сюда больше не поеду, например. А раз уж здесь, то будем вам показывать. Полотенце постельное, всякие украшения для дома. Здесь вот мы сейчас спускаемся, начинается уже такой основной шопинг. 2, 3, 4, 5 этажей. Это вот у них есть такие магазины многоэтажные. Выкупаются, да, целые дома. Вон, кстати, тач. Также есть здесь отели. Здесь можно приехать, остановиться сразу. Именно на улице шопинга, кто на закупки едет, свои магазины, рынки и так далее. Тачевская, интересно. Отели, да, вот смотрите, улицы целые, вот куча отелей. Отели перемешаны с ресторанами, с магазинами. Право, влево идут улицы вниз. Здесь найти, здесь надо знать. Здесь надо, да, знать или брать гидов по этому шопингу, которые вам покажут, где какой магазин, что. Тачки. Перде. Шторы, портьеры, да. Пердеться, пердеться, просто, да. Сколько всего для них? Шеи не перешеи. Кисти, перекисти. Ну, короче. Да. Ковры. Магазин ковров. Смотрите, кисти какие красивые. Выходить не как буду. Ты меня видишь? Я тебя вижу. Вот. Или в этом, да? Костюмы мужские. Как? Пьер Карлос. Не знаю такого спекулянта. А ты? Ты мне видел такой газовый счетчик хоть раз? Направо. Слева. Газовый счетчик, гляньте. Та-дам! Он просто огромен. Так, шторы. Здесь я понимаю, улица именно текстиля. Самые оптовые шматье, брендовые и так далее, мы поищем. Сережа ноет. Давай поехали. Поехали тогда отсюда, если тебе тяжело. Утром подняться обратно на горку, то нет проблем. Слушай, ну, я вот, знаешь, приехала, у нас отдельный выпуск будет, Лалели, шмотки. Вот давай покажем хотя бы, какие магазины, что есть. Хотя бы поверхностно пройдем мимо. Не, ну быть в Стамбуле и, извините, не приехать в Лалели, это уже, знаете, это уже лень. Мы ленивые блогеры. Восточная красота. То есть целый город в городе торговый. Ну, пожалуйста, древности тут же. Реки текут. Подземные, наземные, надземные магазины. Видите, тюками грузят. Это они отправляют опт. В разные страны мира, в разные уголочки. Карго в основном здесь работает. В основном карго возит. Да, смотрите, погрузка, друзья. Текстиль возят. Приходишь, оплачиваешь все, и тут же тебе упаковывают и отгружают. Все. Ну, во все страны мира практически. Переходим дорогу. Здесь вот такие на главной центральной улице получаются такие всякие брендовые магазины. Ну, чуть-чуть еще. Обережем. Вот сюда можно, да. Быстро. Перебегаем дорогу. На красный. Прямо перед машинами на красный. Ну не, ну мы так привыкли ходить. Вон, кабани. Он ну, серый, красивый, смотрите. Красивый, очень крутые. Давай узнаем, сколько стоит. Я сказала просто пройтись.
Покажи поближе, Сереж, на камеру. На Казар. А? Сколько? 550. 550, смотрите, какие. Ну, прям хорошие. Ну, да. И таких мы да, и прям, ну, класс такая, ну, 450 качественная. 450 можешь забрать. Слушай, давай походим немножко, хотя приценимся. Спасибо. Сладости, кофейни. Сейчас погуляем немножко. Чаю? Не, пока нет. Я сейчас это в азарте шопинговском. Ой, друзья, вот эти улицы, их уже 100 раз. Все блогеры, все рассказывали. Этот... Рассказывали за это 100 раз. Какой молодожены? 20 лет уже. 20 лет молодожены уже. 47 лет я женат, ну что делать? Ну что? О, все, друзья, сегодня будет интересный шопинг. Здесь они хотя бы по-русски знают. Они заточены уже десятилетиями, работая с русскоязычными. Уже, говорю, хуже на перехожие здесь. Ну ничего, и мы покажем. Что мы, рыжие, что ли? Мы лысые? А что, да? Ну, давайте смотреть. Ой, блин, настроение просто офигенное. Просто офигительное настроение, друзья. Красиво, красиво. Вот это самая такая, одна из самых оживленных улиц. Предложил мне вот это вот. Посмотрите, сколько здесь всего. Что понравится, может, пару магазинов зайдем. Потому что у нас сегодня просто ознакомительная, скажем, прогулка. Мы же не... Смотрите, народу сколько. Ничего, нормально. Я именно и хотела сюда. Я просто счастлива. Сережа не хотел идти. Вообще, какой-то. Вон коробки стоят, оптовики тарятся. Это кожаные ремни. Видите, несут. Обалдеть. А я специально деньги сегодня не взяла. Специально. Взяла только карту. На карточке да немножко я денег. Не себе, я тебе да не надо мне ничего. Да зачем оно мне надо? Голд на развес. Голд на развес, да. Вот, смотрите, какие огромнейшие магазины. И подпольные, и напольные, какие хотите. Стоят с визитками, раздают. Движуха. Покупаем, продаем, покупаем, продаем. Ну, везем лося. Костюмы, костюмы. Ой, какой классный костюм. Ну да, молодежь. Молодежи нравится такое. А вот классный самый блин. Слишком модно, что знаете. Да. Может, позовите, что здесь? Да я тебе сказала, я деньги не взяла специально. Знаешь, мои бы. Проблема с карточкой рисовать. Кожаная обувь, кроссовка, тапочка, макасина, лейдерши, сожа, ребенки, ребята, детские. А сейчас кередарим. Ой, Стамбул, Стамбул. Люблю тебя. Херван. Спортивные костюмы. Да, ну там еще самое прикольное еще впереди. Видите, это целый город торговый. Направо. Сколько глаз хватает, смотрите. Налево. Вот туда идет. Как вот вам все показать? Идем гуляем. Анреал. Кальван центр. Кальван центр. Сделали торговые центры. Не, ну сейчас показательно сделаем. Значит, можем зайти в красивые платья, прицениться по цене. Вот такого плана, смотрите. Вот, хотите? Или это неинтересно? Больше интересно, допустим, какие более дешевые одежды, да, летние, там, футболки и так далее. Смотри, какие... Давай зайдем. Тут очень душно. Друзья, посмотрите, какое платье. Да, 19. Посмотрите, какое шикарное платье. Посмотрите, какой цвет у этого платья. Просто, я его увидела, просто. Это 19 чего? Не знаю. Евро? За листовку? Возможно, да, 19. Не знаю, только в долларах у них, евро здесь. Спроси, сколько. Смотрите, посмотрим, какие выходные. $22 получается. Только вот не знаю, евро или доллары. Скорее всего, евро. Это просто, просто песня. Сейчас мы спросим, а то мало ли нельзя. Вот такое красное есть покороче.
кто любит такие пышные платьица? Знаете, вот такой изумрудный цвет, зеленый, он просто потрясающий. Очень модели красивые, мне он нравится. Себе была помоложе, такое. Вот такое бы себе взяла, на меня налезло бы. Вот такие модельки. 22. Они смотрятся. Да, посмотри дальше. Так, все, друзья, это в долларах. Цена за одну штуку. Все. Вот, $17. Смотрите. Все, показываю. Разрешили нам снимать. Все, гуляй, рванина. Показываю вам платье. Модели. Смотрите, какие. $35 вот за такое платье. Ну, не знаю, $39. Я даже не знаю, куда бы я пошла в таком платье. Это просто, он огромен, этот магазин. Показывать так буду вам. Вот я немножечко покажу вам цены. Ну, из всех, из этой красоты ты выбрал вот такое пестренькое, невзрачное платье. $17. Я люблю больше такие яркие. Посмотрите на этот магазин, посмотрите на обилие этих. Этого всего. Не, я некоторые покажу. $20. Ой, $20. Смотрите. Вечеринка. Это чисто, это, как его, скажи мне. Гэтсби. Гэтсби. Стиль Гэтсби. Вот, смотрите, оптигоны такие. Такие. На выпускные, куда? На пропускные, на свадьбы. А? Платье гусеница, да, я уже. Такие. $29 такое платье стоит одно. Вот такое. Да? Ну да, неплохое. По цвет тела. Ничем не отличается, да? Не, ну я говорю, цвет такой, цвет тела. Вот сравни, да, он похож. Ой, красивая. 33. Парадно-выходное $33. Такое же красное есть. Не, ну это же вчерашний день какой-то, не знаю. А вот. О, тут, а тут видите, что дырочки. Тут вкладочка. Вот. А тут вкладочка. Такой цвет прямо изумрудный. И вот такой, как яблоко. Сказать. Это не яблоко больше, а ярко-оливковый. Так. Ценника нету. Сейчас спрашиваем. Карлуши. Сколько такой карлуши, интересно, стоит? Если я такую покупала. Правда, расползся очень быстро. Маленький магазин. Ты думал, здесь огромный магазин? На кадар? $100. Кожа? Нет, это не кожа. Кожа? Да это не кожа. Я же чувствую. Эко-кожа. Принесите. Не-не-не. Не, не надо, не надо. Точно такая кожаная. Самые дорогие выставили наружу. Ну так по ощущениям, как будто не кожа вообще. Кожа. Ягненок. Хорошо, хорошо. Ягненок? Это эко-кожа. Ага, это эко. Вот сравни, на. А сколько стоит эко-кожа? $15, это 15, это 100. В общем, разница, видите? Ну, друзья, вот это копия. У нас в Алании на рынке таких нету. Очень хорошо сделано. Очень хорошо. Смотрите. Все шито. Нитки не торчат. $15. Такая 100. Угу. Понятно. Окей.
Сережа меряет, такой нагрудный. Ну, это кожаная. Кожаная. Да. Что за бренд? Луи Витон. А, Луи Бенетон. Нормально. Луи Витончик. Нет, она мне нравится, как они носятся. Угу. Вот, видишь, и ходишь себе. Вот такая, да, да. Ага, ага, спасибо. Отличная. Тоже где-то, тоже примерно 100 или больше? Сколько стоит? Такой 105 долларов. Больше чуть-чуть, ага. А это? Хорошо. Это? 190. 90 долларов. Пойдем вниз, поснимаем модель. Так, друзья, спустились мы вниз. Вот, смотрите, какие красивые. Вот. Шикарные. Да, да, такого плана хотела. Чтобы она была твердая. И вот открыли два отделения. Да. Для всего. Для камеры, для... Чуть-чуть больше самой. Есть? Чуть-чуть больше есть? Какой мы? Ну, единственное, что я такую вот не хочу именно. А, не-не-не, это именно вот так вот. Ладно, я посмотрю. Да, тоже это все эко, да, тут нету ни кожи. Сколько вот такая Луи Виттон вот стоит? 20 долларов. 20 долларов, хорошо. Еще такое есть, кажется, хорошее. Да, 30 долларов. 30, да, большие, да. Вот такие, ага. Нормально. Сереж, вытащи, покажи ее, пожалуйста. Черно-белая. Да, хорошая Хлоя. Угу. Хозяйственная, смотрите, какая сумка. А вот Луи Витончик. Не, тут, конечно, тут все нормально, я вам честно скажу. То подделка подделками, но здесь очень хорошая копия. 30, да? Да. 30. Завис. Лера. И вон Гуччи такие нормальные. То все в пределах 20-30 долларов за штуку. Хорошие. Вот такие Фенди, смотрите, яркие. Обалденные. Модель вообще. Ну и модель какая интересная, Фенди. Яркая такая. Всем. Да, у меня в Смолане, друзья, такого нет, даже и намеков, да? Да. Вообще. Вот, смотрите, какие вот такие хозяйственные Луи Виттоны тоже. Нормальные. Есть сумка для Лизы, честно. Лизе мало она там как набьет всего своего. Такие сумки вот. А я же ее только что показала. Вот, и такая длинная, этот самый есть. Смотрите, какая, друзья. Луи Виттон. Некадар? 30 долларов. Ага. Да, да. 30 долларов. Нормально вообще. Хорошие. Дольче Виса. Все, мы теперь даже вот в каждый магазин, Сережа. В каждый. Нельзя? No? Okay. No problem. Thank you. Смотрите, какие вещи красивые. Качество, конечно, как в Турции. То, что везут вот в хорошие магазины. Такие есть маленькие, большие. А цена вот за ростовку? 16 долларов, да? Одна штучка 16. А, одна штучка. Да. Ну, понятно. Ну, если брать серию, да, 16? Да. Угу. Вон красивая брюки. Синяя часть. Прямые тоже. Ну, тут такие носить некуда. Сколько вот такие классики стоят? 24 большие, 23 маленькие. 24, окей. Так. Пройдите дальше. Серию не разбивает, да? Красивая вот эта. Сколько такая блузка зеленая? 18. 18. Красиво. Смотрите сзади как. Шикарные. И вот эти рукава баллонные. Ну да, они сейчас. Очень красиво. Даже аксессуары есть к ней. Цвет шикарный, трава такая. Очень красиво. Есть такой расцветок розовый, голубой, люблю. Белый, пастельный, мятный. Разные есть. Блузки красивые тоже. Вот шикарная блузка на работу. Вот, смотрите, на работу шикарно ходить. Кто... Посмотрите, материал, друзья, это просто очень красиво. Видите, он? Вот. Сколько такая вот блуза стоит? 16. 16 долларов. Мне бы что-то нравится. Мне тоже
там видели синие, черные, да, эти же только были. Такие, мы тоже показывали. Вот эти хорошие, такие себе бы взяла бы. Мне нравятся такие. Видите, какие здесь внизу. Молнии здесь можно раскрыть. Для спорта. Да, для спорта очень хорошие. Юбки тоже. Вот, вот хорошая юбка. Сколько классика вот это стоит? Карандаш? Да. 17. $17. Друзья, качество. Вот смотрите. Видите, я всегда так материал делаю, чтобы вы видели, что он струится. Пастельного цвета. Mm-hmm. Все это в пределах вот этих вот денег. Я не думаю, что здесь будет плюс-минус, просто зашквар. Все. А вот смотрите, турецкий вариант. Вот такая юбка. С такими. Сколько вот такой турецкий вариант, как говорится? $19, смотрите. Широкий пояс, подвязка. Да. Султанка, я говорю, турецкий вариант. Шикарная юбка. Красивая. Все, все скрадывает, что надо. Не скрадывает, что не надо. Да. Вот тут, я смотрю, все до $20 за штуку. Это вот вы просили какую-то одежду, ну, допустим, классическую. Это все офисные варианты. Все вы можете одевать в офис, на работу, куда угодно. Вот красивая. Вот это сколько красиво? Красота стоит? 18. Смотрите, посмотрите материал. Видите? $18. Серег, смотри, какая красивая желтая. Просто потрясающе красивая. Ну, красиво. Ну да, широкие брюки. Нет, брюки, это брюки, я имею в виду, с бузоном. С бузоном, да, красиво. Просто супер. Хоть синие, хоть зеленые, подходит супер. Мне нравится этот буст, очень красиво. Вот, это же получается, мы их... Вот эти, смотрите, они очень похожи, да, получается? Чуть-чуть, или так? Гибкие такие, ну, видите? Вот эти, вот эти серии. Вот такая вот есть. Они совсем другие. Разные. То есть все до $20. И карман, и пуговички. Вот красивая тоже. Пастельные тона, очень симпатичная вещь. Вот, смотрите. Есть. А, и в ментоле есть такая, видите? Вот. Вот красивая тоже. Это очень прям, это прям хорошо. Это моя. Я люблю такие вещи. Полосатенькие, там белые с синим. Вот блузка красивая. Смотрите, какие здесь материалы. Качество. Ну, вы сами видите, я вам покажу близко. Мы смотрим, ходим, выбираем. Смотрите, какая красивая. Ну, чтобы сразу видели, да, показываю сразу. Вот она, видите, как выглядит с крючками. Симпатично. Вот такие красивые, с такими принтами. Шикарные. Вот, тоже я люблю такие вещи. На плечах такие красивые цветы. Блузка просто, это идеал. Вот красивая, смотрите. You don't forget your first love. We were young and wild. We were up all night. You don't forget that summer sun 2009. We're feeling high, and I got drunk for the first time. I thought I was cool. I thought I looked smooth in your eyes and tried to make a move. It was summer time, the time I. Так, давайте посмотрим. Здесь модно, ярко. Цены будем спрашивать. Видите, какие халаты красивые. Опять же, материал. Качество. Вот эти шикарные. Друзья, я здесь потерялась просто. Здесь с ума сойти можно. Смотрите, платье в обтяжку какие симпатичные. Вот. Я думаю, здесь ценник немножко дороже. Что-то выборочно спросим. Смотрите, какие красивые платья. Висят все, вот все красиво висит, все как надо. Желтые, красные. Вот красивый желтый. Сколько цена? Некадар? 20 долларов.
20. И 20 долларов. Смотрите, какое он красивое. Вот Баленсиага. А вот это Баленсиага. 20. Шикарный. Бежевый Баленсиага. Шикарный. Друзья, вот все. Здесь примерно все в эту цену. Здесь зашквара по цене я не вижу. О, я думаю, есть магазины, где вообще сумасшествие. Но мы пока вот такой халат Дольче Габбана. И когда же здесь модель? 25 долларов. 25. Да. Смотрите. Сколько можно? Индерим это, ну, это белый, хорошо. Конечно. Да. Пестренькие вот такие варианты. Все отглажено, все красиво, материалы. Здесь поплотнее, здесь потоньше материал. Вот Версачи вариант. Это туника, как бы, да, получается. Такая большая рубашка. Шикарно. Вот, смотрите, вот такая. Луи Виттончик с Микки Маусик. Тоже интересно. Их здесь множество, превеликое. Все женское, красивое. Смотрите, вот Баленсиага вот такая есть. 20-25 долларов примерно. Не будем постоянно. Вот Москино, смотрите, какая кофта. Вот для любителей, вот кто любит такое яркое, броское, все, смотрите, какая с пантерой блузка. С глазами. 20-25 долларов средний прайс. Вот, смотрите, смотрите. Смотрите, какая красота, друзья. Это черная, переходящая в серое. И вот такая вот пантера. А вот такая с котами есть. Видите, какая блузон, какой красивый. Прада такая. Вот уже розовая, смотрите. Это такие только женские блузки и халаты. Или вот, вот такие наборы, допустим. Ну, сейчас я еще здесь иду. Это такая охлаждающая ткань для лета, очень хорошо. Она синтетическая, ну, синтетика, но она вот как спортивная ткань, нормальная. Вот такие варианты. Ярко все. Очень ярко, да, очень. Говорю, есть вот люди, которые нравятся. Я вот, я в их числе. Смотрите, какая рубашка красивая. Смотрите, качество очень хорошее. Это та Турция. Вот смотрите, рубашка тоже красивая. Она еще, вот видите, с таким фасоном, да. Вот, вот красивая. Ну все, мы сегодня полуторачасовой шопинг будет у нас, сто пудов. Юбки, а? Где? Все ростовки лежат, пожалуйста. А вот эти, кстати, мы ни блузки не показали, ничего. Ладно, это мы по-быстрому. Костюмы, да, вот они. А костюм, костюмный, это костюм или? Тройка, да? Раз, два. А три что? Три футболка, да? Футболочка такая. Смотрите, какой красивый, да, очень хороший. Длина хорошая, качество очень хорошее. А примерно все в эту цену, да, костюмы? Тройка 20, 35 долларов. Двоечки есть 25 долларов, есть 20 долларов. Смотри. Да, шикарный. Шикарный. Строчка. Все хорошо. Все хорошо. И вот к ним... Элизабет есть, посмотри, к ним еще такие. Вот такие. Вот капшончик по платочкам, смотри. О, да, 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 очень хороший. Ну, классный, вещь, очень, очень, вещь. Очень. Вот этот очень хороший. Очень мне понравился. Ну-ка, покажи что-нибудь мятное. А, вот это мятный цвет, да, красивый. Все, ну это то же самое, да, что черное, просто показали мятное. Смотрите, девчонки. Тоже нормально. Ничего, сейчас это модно. Саладжище, аджище, аджище. Ребята, 25-35 долларов. О, вот, вообще, вообще, просто, держи. Девчонки, это просто потрясающее качество. Вот такой где-то 35-30 долларов можно взять. Я думаю, за 25 можно его уговорить. Гуччи такие, вот такие Гуччи, такие, вот такие. Сейчас еще глянем вот здесь. Видите, мы по-быстрому, потому что очень много, очень мало времени, очень много всего. Такие с шортиками, видите? Костюмчики. Может быть, шоперами станем? Друзья, кому надо,
обращайтесь, сообразим. Приехать. Сообразим. У нас большой автобус. Все, отправим. А? Я уже все показывала, все, выходим. Так, друзья, сейчас покажу, как магазин называется. Визит. Вы, конечно, бы могли стать шоперами, но тогда мы не будем вам ролики снимать, друзья. Будем только бегать здесь, искать. Мы не можем разорваться. Я бы шопером бы стала, но мне для вас важнее снимать всякие интересности. Так, чтобы вам еще показать? Красивое что-нибудь. Надо найти красивый магазин с мужской хорошей одеждой. И еще что-то такое, знаете, попроще. То мы показываем все праздничное. Вот смотрите, какое платье манекена. Неплохо, да? Ну, я в таком по улице бы, наверное, не ходила. Это больше как-то вот... Утро на вилле. Хаус. Да? Да, утро на вилле. У меня нет виллы к этому платью. Выйти тихонько, полная чашечка кофе. Там да. Здесь, созерцать берег океана. Ты читаешь мои мысли. А такие нормальные ребята. Так отправляю, да. Какой именно мне посмотреть? А, вот этот вот на хирурга костюм. Идите, короче, все. Ну, хирургический. Вот если бы он был зеленого цвета, он бы был хирургический костюм. Дальше, пойдем прямо, и там дальше еще так улица. А? Здравствуйте. Девочка, кожа мне канаду уже, чтобы оно продолжилось. Габрик магазин. Давайте посмотрим магазинчик. Так, еще сравним цены, что мы вам показывали в том магазине. Цены у всех разные. Такие мы видели. Вот такие мы видели. Вот такие мы видели. Сейчас сравним цены. Посидите чай, кофе. Не, нет. Спасибо. Надо идти. Времени нет. Время нету. Это мужской. Вот это мужской, пожалуйста. Мужской, женский. Такого, наверное, нет. Вот такая, косуха, да, наверное, сколько косуха стоит мужская? Это косуха. 200 долларов. 200 долларов. Ну, все зависит из кожи, материал. Разных кожа есть. Угу. Есть кожа, обыкновенная 100 долларов стоят. Есть по 120. А вот эти женские коротенькие курточки? 120 долларов, да? 120 долларов. Ваши змеи, да? Угу. Помните, мы такую видели шубу? В аутлете. Сколько вот эта шуба стоит? Вот такая вот норочка. Норочка. Тут, да, вот скажите. Это, пожалуйста. Угу. 485 долларов. 485. Канадская норка. Угу, канадская норка. 7 год гарантии. Угу, угу. Вот здесь она будет стоять. Автоледи, вот это только, да? Получается. Вот это кролик Рекс. Не, а что-то такое подороже. Да, вот это можно, пожалуйста. Не, ну кролик как-то не. Сколько кролик стоит? О, аэронавтика. А сколько аэронавтика это стоит? Это наша. Сколько стоит это, коллега? Да, это. Сегодня второй день, я цену забыл. Забыли? Ничего. Сейчас баратник, если надо, семена. Понятно, да. Смотрите, помните, мы такую мерили, тоже вам показывали. А это прямо такая, прямо мощная кожа, такая джумба. Повернись, пожалуйста, спиной. Здесь нет ничего, ну и ладно. Еще подкладку посмотрим. Цена, скажите. 220. Еще скидки делает, он так говорит, без проблем. Нормально смотрится. Да. Очень мне нравится. Это аэронавтика прямо. Еще такие качество есть. Хорошее. Вот Мария, неплохая чё? Тоже модель. Не, ну ты просто померяй на себя есть и все. А это что здесь ты хотел? А? Это что? Тоже аэронавтика. А, вот смотрите, видите, мы показывали вам внутри харбор.
Pearl Harbor. Очень классно, модно. Все, видите? Стручи, смотрите. А сколько стоит на Кадар здесь модель? 220. 220. Да. Вот. Короче. Это... натуральная овчинка. Единственный пояс мне очень нравится. Не, он это так идет такая модель. Нет, он да. идет с поясом. Смотрите, друзья. $220 здесь. Ну, да, это старт. Угу. В общем, возьмем визитку. Хорошо. Это фабрика. Есть они еще, это фабричные еще модель, цены. Которая очень ходовая. Представители фабрики, получается. Это какая, покажите? Почти 99% вот уже хорошая. Хорошая, да. Сколько эта модель стоит? Это тоже хорошая. 275. 275. Да. Угу. Дубленка, видите? Да. На хорошие морозы, между прочим, нормально. Вот это вот очень хорошая. Очень я себе смотрится. Такую хочу, но мне она не нужна, потому что нам... у нас тепло. У нас там тепло. Там тепло, там не надо. Да, хорошие модельки. В общем, смотрите, 200. Это размеры есть. Просто если вы сейчас кому-то заказчики... Смотрите, какая мужская косуха. Сколько такая стоит? Модель. Это холодная. Ничего страшного. Нормально. Стоит. Вот видите, тут еще сзади тоже лейба. Ценник скажите на эту. Угу, тоже неплохая. 180? 470. Это... Не, ну, Сережа, они же разные. Феррари есть, Мерседес есть, Лада есть. Да, это... видите, но какая. Это вам барабан такой калите не может быть. Да, это тоже мы вам показывали. Да, хорошая. Прямо классическая модель. Это для мужчины вот именно... ходить на работу по классике. Это барани. Баран? Да. Ну, а как выделка? Как она такой делается? Как она выделывается? Так, чешуечками такая. Верхно есть прессовано. Материал. И он никогда а сколько эта модель стоит такая платить? Классическая, хорошая? Посмотрите, пожалуйста. $400. 400, да. Угу. Канадская норка. Канадская норка. Ага, воротник. Видите, еще норка. Есть побольше. Сейчас Сережа померяет ее. $400 классика. Вы уж понимаете, тут есть и 200, есть и подешевле, есть подороже. Все зависит от кожи, от выделки, от всего. Слова нету. Хорошая классика прям такая. Найти да. такой калитет. Классическое. Качество, с конечно, такой друзья. Сделано с всем. Да, да. Да. Выделка просто... Да, я даже не просто, думал, что это кожа. Ну, я просто пытаюсь кожа объяснить, кожа, почему она стоит 400. Потому что это, да, это качество складное. Да я уже ее снимала 3 раза. Она настолько вот, смотри. Угу, направление. Угу. Он никогда не меняется. Просто я с этого материала себе куртку шил. Угу. Уже 12 лет ношу, он не меняется, так же стоит. Угу. Хорошо. Такая кожа отработана, хорошая. Продавец сказал, что это как машина Mercedes в кожаных куртках. Резинка вот. Даже делается с моей кожей и с такая машинка, которых на 34 евро стоит та резинка, которая... сделано. Они трикотажные такие. Тряпочные ставят. Сторонняя куртка. Кожа. С этой стороны вот такая. С этой стороны вот такая. Одна кожа. Коричневая. С этой стороны выворотка тоже самая. Замш получается. Вери, одна сторона замш, одна сторона кожа. А сколько такая куртка стоит? $240. 240. Ну, это две куртки. Да, это две куртки. Да, нормально. Хотите сегодня в коричневой, завтра в светло-коричневой. Можно так завернуть. Бивает две курточки. Так вот на дождика делаю, все, да, так да, на сухую так. Погоду. Что, да, что народ посмотрел, увидел. Да, нормально. Вот курточка. Качество сумасшедшее просто. То такая прям мягкая кожа. Ну да, получается. Вообще тоненько. И то очень трудно работа, шить материал, кожа, обработок, все очень внимательно. Такая $16. 16 с чем-то. Конечно, это все эко-кожа, не... Ну, вы знаете, брать кожаную ребенку, как говорится, ровно через полгода она уже будет не нужна, потому что он вырастет. Показываю вам сейчас, пробегусь по всем. И так пока вы смотрите, я тут пройду, покажу, какие есть модельки. Детскую же тоже хотим. Посмотрите, какая прелесть. Рубашка, кофта и брючки на мальчика. Такая же есть синяя. Вот такие варианты. Прямо маленький джентльмен. Субтитры сделал DimaTorzok.
14,90 вот платьечко с белой. Угу. Тут все наборами, это все не одна кофточка, да, она идет вот три в одном. Знаете, какая красота. До $20 все. Заодно. Напоминаю, что здесь оптовый магазин, минимальная, как говорится, партия — это одна ростовка. Симпатичные такие. А вот такие кофточки мальчиковые тоже до $17, 16,90. Да, я уже все показала. Ага. Вот, смотрите, симпатичные тоже. Троечки. Это идет джинсы, безрукавка с капюшоном и разные цвета, разные оттенки, пожалуйста. Вот такие симпатичные, с мишками. Тоже очень приятные. Серебристые такие. Вот красивые. Это все троечки идут. 17. Вот это зебровая 17 стоит. Ориентирую вас примерно. Да, видите, сколько здесь. Так что мы... Вы тогда каждый не смотрите, я уже так... 15,50. Я примерно поняла цены. Ростовка, сколько штук у вас минимальная? Ну, комплект, да, одна серия. 4 размера, да. Давайте я вам покажу. Тут просто невозможно все сразу обойти. Новорожденные, там еще дальше, этажом выше. Это... Для мальчиков, конечно, это вот все троечки, видите, все тройки. Вот они. Смотрите, сколько это лежит. Расформированная по сериям. Модно, модно, очень модно. Смотрите, какие вещи. Пацаны, для пацанов, для ваших. Друзья, с Аланийским, конечно, с Аланией не сравнить. Да, есть у нас там кое-какие вещи, но, во-первых, цен таких нету, во-первых, а во-вторых, здесь вот, ну, фабрики стамбульские, конечно, отшивают шикарно. Все до $20. Здесь нету такого, что прям зашквар по цене. Пойдем дальше. Такие куртки, такие комплекты. Ну, я думаю, мы сейчас их увидим. Ой, смотрите. Смотрите, какие. Вот. Прямо готовый жених на свадьбу, куда угодно. Смотрите, брючки, еще и с бабочкой. Такие разные варианты, разные цвета есть. Смотрите, какие красивые. Ну, для очень маленьких деток. Здесь для маленьких. Не подростки, здесь именно маленькие детки, до 3 лет. Да, 17 долларов такой костюм стоит. Спортивные варианты. Ну, это джинсы, это спорт. Просто мы с Сережей здесь залипли. Я прям... Так, значит, в этот входит тоже набор. Это такая реглан, куртка и джинсы. Все это наборы. Наборы. Видите, какой наборчик. Сейчас еще вам с той стороны покажу. Вот они. Вон-то горчичный, 18,57 такие наборы, вот, примерно, до $20 любые. Да, это мы каждый не сможем посмотреть. Смотрите, какие тоже тройки. Ну, это тепленькая. Это тепленькая, видите, она даже только подкладочкой. Вот такие есть разные цвета, вот такие есть наборы. Тоже. Детские. 14-16 долларов вот такие вот наборы. Тройка, да. Да, я уже показала, все, примерно сориентировала. Вот так можно взять. Угу. Да, вот. Это сзади? Да, да, троечка. Это возраст. Это до. 30. До. От нет. 2 до 5, ну тут вообще, мне кажется, на малявочку. А, именно ростовка. 2 до 5. Так, давайте посмотрим джинсовые комплекты на девочек. Вот, смотрите, какие. Какие джинсики здесь бананчиками идут. Еще и зайчик идет. Как. И розовые, бежевые. Вот такие варианты есть красивые. У нас от 3 до 6. От 3 до 6 здесь. На Украине сейчас отправка есть? Да,
Смотрите, какие симпатичные. Надо спросить. Сердечками, смотрите. 17-40. До 20 долларов. 16, 17, 18 долларов. Джинсы, 17. Пожалуйста. Вот. Мини Маус, пожалуйста. Какие? 17-18 такие вот. Вот, наверное. Вы смотрите, какие симпатичные комбинезончики. А 2-5 вот эти. Вот такие комбинезончики. 9 с чем-то. Угу. До 10 не доходит. Вот такие есть. Льняные такие рубашки, брючка. Да. Ну, вы же понимаете, это ростовки, это опт. Это чисто оптовый магазин. Вот она, ростовка, выглядит вот так, в целлофане. Раз, два, три, четыре. Четыре штуки. Называется Лалелим Kids World. Четыре этажа детского. Цены примерно знаете. Наверху новорожденные и так далее. Видите, они здесь уже формируют заказы и так далее. Только вот это модели. Видите, вот четыре этажа, огромнейший магазин. Все это этот магаз. Мы зашли только первый, вам показали примерные цены. Планы, платья новорожденные и так далее. Поэтому обуви не показали. Детская, он дофига, смотри сколько. Магазин такой брендовой красивой одежды. Такие как Гуэсы и так далее. Ценников нету, надо расспрашивать. Пардон, it's price? $20, окей. Так, $20 вот такое платье. Зеленое есть. Ну, секунду сейчас. Смотрите, какой красивый. $29. Трикотажный костюм. Обалденный. Все-таки на женщин красивее вещи. Луи Виттончики, смотри, какие. $29. Да. Это не опт, это not опт, розница. Опт? Only опт. Окей. Understand? Тоже. Да, хорошо. Вот это покажи. Сейчас еще очки покажем. С шортиками. Обалденный. Смотрите, как красиво смотрится. $32 стоит. И такие есть зеленые, желтые, оранжевые. Видите, черные, симпатичные. Также тут есть очки. Versace. Со что на велосипеде? Да. Давай футболочки покажем. Тоже брендовые футболочки. Качество хорошее. Смотрите, какие симпатяги. Сколько такая примерно стоит? Christian Dior. Посмотрим. Серёж, если найдешь где-то ценник, скажи мне хоть, чтобы мы не дергали продавца. Там нету ценника. Я пока вот тут покажу, что. Все такое зеленое, оранжевое в этом году. Смотрите, какая симпатичная. Штаны. Качество. Сами видите. Показываю. $29. Сколько? $10. Да, в пачке 5 штук. $10 штука. Уэсы. Качество. Босс, смотрите. Нормальное. Качество нормальное. Босс. Трикотаж такой тяжеленький. И плотный. Да, Кензо. Пожалуйста. Такое. Хелфигер. Посмотрим. Хелфигер вот такой. Похож очень на войнеровский. Привет. Трикотаж. Прада. Хелфигер вот такая моделька. Такая. Таких не видела даже моделек. Ага. Хорошо. Хелфигер, смотрите, какой симпатичный. Это костюм. Сейчас вам покажу, сколько он стоит. $29, пожалуйста. Красный. $29. Луи Виттончик такой. $26. Смотрите. Симпатично. И штаны, смотрите, какие. Красный есть такой. Dior.
$29. Разные цвета. Такой поплотнее уже. $31. Оранжевые. Диоровские, смотрите, яркие. Ботега. Гуэс. Смотрите, классический такой костюм. Такие рукава нормальные. Вот здесь надписи. И стоит он $29. Напоминаю, оптовый магазин. Хелфигер. Хелфигер стоит $31. Белый. Красный. Такой. Вот. Так что здесь нормальные, симпатичные. Ну, не знаю, по качеству, по крайней мере, нормально. Хорошо. Курточки вот такие. Ветровки, смотрите, какая интересная. Сейчас покажу вам. $28. Такие яркие, цветные, вот такие в бальму. $28, знаете. То есть это ветровочки получается. Вот симпатичный. Филипп Плейн такая. Цены нет на нем. $22 Луи Виттон. Вот, типа куртки такой. Такая зеленая есть. Шанель платье. Вот. Такие вещи. Ничего. Качество, конечно, здесь нормальное. Смотрите, давайте посмотрим. Вот такие безрукавки. Сколько стоят? Жилетки. $31. Есть зеленая, черная. Хелфигер. $24. Даже дешевле, чем у нас на рынке. Вот смотрите, какая симпатичная. Вот какая яркая, посмотрите. Смотрите, яркая. Вот. Вот москино. С моими любимыми мишками. Сейчас покажу. А, ну да, $10, короче, она стоит. Ну, качество совсем другое. Валенсиага, вот такая, смотрите, прикольная. Вот такая Кензо, Ботега, такая, смотрите, мишки. $10 любая футболка, пожалуйста, Гуэс, красивая. Диор, такие симпатичные. Такая. Дальше здесь вот такие платья есть. Платья. $17. Это посмотрим. Смотрите. Футболка здоровая, оверсайз здоровая. Значит, стоит она $20. Смотрите. Крутяк. Крутяк. Смотри, какой, какая яркая. Ой. Белая, смотрите. Оранжевая такая есть. Оранжевая. Не хочу. Зачем? Вот. Москино. Это платье получается. Платье стоит $20. Такой Хилфигер. Босс. Босс. Все. А, Луи Виттон тоже такая же оверсайз. Смотрите. Зеленый. Такой цвет изумрудный, красивый. Вот. Так, $20 такая. Смотрите, симпатичное такое платье прям. Платье. Черное платье. С аксессуарами продается. Такое платье стоит $21 на опте. Разные цвета яркие. Зеленый, оранжевый, прямо тренд этого лета. Везде, вот во всех модных магазинах эти тона преобладают. Вот такая, смотрите, Баленсиага. Платье такое. $19. Луи Виттон тоже платье симпатичное. Видите? Да, все показываю. Такое милое платье, зеленое. Гуэсовская. А, друзья, все. Сережа уже настаивает на том, чтобы мы отсюда свалили. По-моему, так достаточно. Показали вам. Это бесконечно. Это просто песчинка в море, что мы показали, но, чем, к сожалению, да. У нас ни времени нету. Надо здесь. Да, здесь. Да. Можно
полгода показывать интересные ролики. Я говорю, самое основное посыл, что все работает, все движется, несмотря ни на какие мировые перипетии. Да, я говорю, Россия, да. Россия, Казахстан, Украина, ближайшие, все работает. Отсылают куда хотите, хоть на Луну. Смотрите. Да, адрес давайте. А только адрес, давайте, адрес деньги, давай, давай русские, деньги, все. Давай, до свидания. Одна привет. Фраза. Они тут очень всех нормально по-русски говорят, поэтому никаких... Ну, наученные такие. Да, многолетний опыт. Ты сколько лет уже, да, они молодцы, они стараются быстренько. Чем больше знают по-русски, тем больше... У нас говорят, в Алании вообще никто не говорит. Очень редко два слова «русский давай деньги», больше ничего. Да, шикарная платье. Софи, это не советский? Полетел для нас. Не, у них опыт сумасшедший. Это понятно. А вот. Платье. Да. Я уже напоказывалась этих платьев. Просто. Это нескончаемый. Это целый город. Пошли. Все. Так, показываю вам просто колорит города, тачки. Магазины. Это просто. Мы даже не обошли еще одной десятой части. Пойдем, пойдем по этому, Сереж, по тенечку. Один квартальчик. Ну, не один, пару кварталов мы обошли. Ну, это, наверное, не самое главное, не самое основное. Мы да. Плохо ориентировались. Ну, не то, что плохо, мы вообще первый раз здесь. Ну, давай, спроси, можно снять? Спросим сейчас. По ценам скажите прайс? Прайс это 28, 25 долларов. Костюм, да? Костюм. Да, костюм. 25-28 долларов. Да, 25 есть, коленок есть. Покажу вам, сейчас пройдусь. Это леса. По-моему, мужской ничего не показали, мы же хотели выйти, но 25-28 долларов. Костюм. Качество очень хорошо качество. Здесь все качественно, здесь нету фуфла. Тут у них какая-то фирма отшивает под бренд какой-то форы. Уже не хотели эти бренды показывать. Сказали примерно. Да. Только одна фирма у вас, да? Одна фирма, вот это форы и все. Это турецкая, да? Турецкий бренд. Вот эти мощные, плотные вот такие вот. Угу. О, да. Трикотажка плотная, такая прямая. А сколько такой теплый стоит? 35 долларов. Это опт у вас, да? Опт. Не, кроссовка. Кроссовка. Качество кроссовка 35 долларов. Весь костюм полностью. Такой же все, есть, да? Прям все. Все, они все обязательно. Вот эти вот очень мягкие. Вот эти шикарные, да. Такая вот прям, знаешь, непробиваемая ветровка. Угу. На флизе, да? Да. Ну, и штаны такого же, по-моему. То есть, ага. Прям, ну, супер. Отлично. Вот это брендовый магнит, даже фирменный такой называется. Со вставками вот, рукава, видишь? Теплые штанцы, да. Вот сейчас тоже трикотажечка. Угу. Вот. Брюки у всех одинаковые, которые вот по 30 долларов, они все брюки одинаковые там. Наша футболка с чем? Это шорты. Шорты. Сколько набор? 12 долларов. 12, да? Пачки 5 штук. 12 долларов, шорты и футболка. А поло, цена? Костюм с брюками. А, костюм. Все понятно. Костюмчик. Видите, какие летние? С брючками. 16 долларов. Вот магазин вот такой. Forest Sport. Ну, тоже костюм, да? Да, да. Это даже костюм цвета. Да, я только что посмотрела, да. Вот такие же там с той стороны. Потрогай, посмотри. Да, очень, очень качественные. Хорошие, да. На лето шикарно. За такие деньги. Давайте такой попробуем. Аквамарин. Посмотрим. Тут что-то оригинальное.
Давайте посмотрим обувь. Сапоги классические, такие красивые. Ценники внизу, да? Вот эти, $85. Да, но мы выступаем. Угу. Что, нравится? Нравится, красивые, да, симпатичные. Сколько стоят они? $40. Было красивые, да, мне нравится. 37-30. Угу. 43, 45, 46. 7, нет, 42. А, 6,8. Не попали. Французские немецкие. Да. Ну ничего, ничего, мы как бы пока смотрим. Ой, нет, ничего нет. Примерно все, да, по $40 здесь? Примерно по $40 все, да? Симпатичные, да, смотрите. Ну, спорт. Угу. На кожаный. Да, хорошие. Вот, смотрите, какие. Классика прям. Да. Очень, да, очень хорошие, да. Выглядят они потрясающе. Вот это, конечно, да, это модель симпатичная. Так, Паша, окончательно. Как всегда, окончательно. Тоже маленькая ножка. Да, да, красиво. Такие мощные. Так, кроссовки посмотрим. Кеды. Вот обычные такие. Давайте 55. Хорошо. Я еще не знаю про эти. Я еще не знаю про эти. Правда, тяжеловатые, конечно, но неплохо выглядят. Молодежные больше. Это же телефон здесь, Надя. Зима, смотрите, какая. Да. Вот они мне тоже в душу вошли. А зима такая, какая цена? Это там размера вообще нету, девочки. Нету. Один размер. Сколько этот один размер стоит? $55. $55. Да. Нормальная цена. Отличная цена. Вообще, да, хорошо. Хорошо. Это зима тоже. Ничего не осталось. А, ну да, это действительно, что ж мы в июле-то спрашиваем. Не надо. Но все равно все интересно. Видите, как оригинальные. Кто позвонил? Молодежи интересно. Да, кто-то может быть. Прикольно, смотрите. Интересная модель. Я просто собиралась. Спасибо вам огромное. Я еще не знаю. Вас не знаю. Не знаю еще. Может быть. Пока я еще буду кожа. Думать про дело. Один размер остался, 39. Да. Не все это есть у нас, вы понимаете, это. Ну, понятно, понятно, что нет. Efendim amca, lavabodaydım, telefon şarjdaydım. Sen aramadın mı? Tamam, tamam amca, hadi görüşürüz. Ya siz
Значит, чемодан такой 550, а вот такой вот этот огромный силиконовый 650, самый. Да. Ну это самый, видите, какой. Не ломай. Не надо. Это реклама. Реклама. Да, вот-вот. Что значит силикон и почему он чуть-чуть дороже стоит? Там человек просто продемонстрировал, что он не поломается у вас. Он как бы за надежность чуть-чуть дороже. Ярко продемонстрировал, что такое силикон.